Донецкая железная дорога продолжает восстановительные работы на Иловайском направлении. Ремонтники пытаются восстановить серьезно пострадавшие в ходе боевых действий участки контактной сети непосредственно на станции. Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта ДНР, энергетики Иловайского и Кутейниковского районов в настоящее время проводят ремонтно-восстановительные мероприятия в Южном сортировочном парке. Выполняется демонтаж поврежденных проводов, металлоконструкций и изоляторов, а также монтаж практически новой контактной сети. Восстановление инфраструктуры электроснабжения сортировочного парка значительно увеличит пропускную способность станции Иловайск и позволит производить маневровую работу с электровозами, что в свою очередь ощутимо уменьшит расход энергоресурсов. Напомним, что при участии Министерства транспорта в государственном предприятии «Донецкая железная дорога» в 2017 году был создан штаб по координации восстановительных работ на станциях и перегонах Иловайского узла. Благодаря проведению восстановительных мероприятий пропускная способность станции Иловайск увеличилась в 11 раз. Также работниками Иловайской дистанции электроснабжения в четвертом квартале минувшего года были восстановлены 70-й и 71-й пути станции Иловайск, что позволило ускорить процесс проведения технического осмотра электровозов.